Всем привет! Сегодня готовим пончики с двумя разными начинками и без начинки. В муку добавляем соль, сахар и дрожжи. Перемешиваем. Добавляем яйца, масло и молоко. Вымешиваем тесто. Вот такое тесто у нас получилось. Миску смазываем маслом. И тесто кладем сюда. Накрываем и оставляем на час. Пока тесто отдыхает, приготовим заварной крем. В ковш кладем яйца, ванилин, мука, сахар и молоко. Все перемешиваем. Ставим на огонь. Варим до загустения. Перемешиваем, чтобы не подгорело. Наш крем готов. Разделяем пополам. Добавляем темный шоколад и белый шоколад. Перемешиваем. Накрываем и даем остыть. Это подошло. Раскатываем толщину 1 сантиметр. Раскатали, вырезаем наши пончики. Вот так. Thank you.
даем остыть, отпустить, даем отдыхать 20 минут, а потом опять раскатываем. Вот эти заготовки положила на пергаментную бумагу. Оставляем на 10 минут, а потом будем жарить. Сковороду наливаем масло и хорошенько разогреваем, то есть кипятим. Горячее масло опускаем. Сверху поливаем маслом. Достаем и кладем на салфетку. Вот что у нас получилось. Вот эти пончики сейчас будем начинять кремом. Вот эти. Перед подачей сверху посыпаем сахарной пудрой. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного чаепития. И до новых встреч!